Юрий Эдуардович Лоза утверждает, кончив казахстанский институт гидрологии, что Земля плоская, он считает. И этот подонок, вот сейчас внимание, он мою любимую группу Led Zeppelin что-то там про нее говорит. А говорит он следующее. Значит, Роберт Плант не умеет петь, его друг покойный Джон Генри Боном, значит, не умеет играть на барабанах, в 32 года умер просто как шавка, вообще не оставив никакого наследия. Они вообще не умеют играть, они все уроды, петь не умеют, и вообще это полный отстой. Это он про группу Led Zeppelin. Самая лучшая группа 20-го столетия. Значит, если этот человек с такими утверждениями, я считаю, это просто личное оскорбление. За Led Zeppelin пизды дан. Считает, что Земля плоская, значит, уже хотя бы только поэтому я буду считать, что она круглая. Хотя, честно вам признаться, это такие же вопросы для меня, как есть ли жизнь после смерти, откуда мы пришли, куда уйдем, в чем смысл жизни и вот какая Земля. Честно, мне вообще по барабану. Мне главное, чтобы пуэрчик был покрепче. Ну, понимаете? Вообще, у меня есть предположение, что вообще никакой Земли нету. Это все, где мы живем, это просто это сон во сне или сон наяву, как Андрес говорит. Когда помрем, тогда проснемся там, где уснули. Это все нереально. Вот что я думаю на самом деле. Я считаю, что это все морок, гипноз, богов, там, ну я не знаю, как это назвать. По-разному все это называют. Это сон, это транс, это матрица, это все нереально, это все не... Это... Сон, галлюцинация, этого не существует. Вот что я считаю. Поэтому нету ни космоса, нету ни Вселенной, никакой Земли, ни плоской, ни шарообразной. Нет вообще ни хрена. Вот что я считаю.